Сотрудники УФСБ пресекли деятельность преступной группы, которая организовала незаконный канал ввоза пассажирских автобусов из стран Евросоюза. Транспортные средства, не соответствующие экологическим нормам, перегоняли в Россию через Республику Беларусь. Уплата таможенных платежей при этом не осуществлялась. В дальнейшем автобусы эксплуатировались по фиктивным регистрационным документам. В ходе предварительного следствия изъяты 3 ввезенных на территорию России транспортных средства. Прекращена незаконная эксплуатация еще 12 автобусов. В рамках уголовного дела, возбужденного Ивановской таможней, подозреваемые дали признательные показания и возместили государству неуплаченные таможенные платежи в размере 6 миллионов 200 тысяч рублей. В настоящее время уголовное дело прекращено вследствие акта об амнистии.